Ну это точно истинная концовка. И, в общем, два события случилось. Битва с Катамина и плюс к всему появление Ильи, которая спасает его. Да, и эпилог при этом уделяет таким голубоватым цветом сломаты, в отличие от того звания. Так, ну давай эпилог посмотрим. Последок. Ах, ну устала. Бух, вдруг там поставив на землю битком забитую сувенирами сумку, я упрямляю спину и выпускаю облегченный вздох. Небо ясное, солнечное, а весеннее тепло, кто бы что ни говорил, ощущать на себе необыкновенно приятно. И хотя после темного салона самолета такая перемена разительно бьет по глазам, это меня не заботит. Главное, что моя затянувшаяся поездка в кои-то веки подошла к концу. О, Верда исчез. Теперь на его месте уже кинотеатр. Только всего изменилось, пока меня не было. По голосу понятно, что это явно не Шира, не Сакура. Наверное, все-таки, ну, Рин. Тоже еще. Ну, довольно логично, каноничное. Начало было пролог, в общем, от лица Рин. Здесь, в общем-то, тоже конец, в общем-то, новеллы. Финал этой третьей арки тоже от лица Рин. Такое довольно такое обрамление хорошее. В общем, гармоничное. С удовольствием потянувшись весь рост, я окидываю город взглядом. Путь от Лондона до этого провинциального японского городка занял около 25 часов. Из-за узкого кресла, сжимающего словно тиски, у меня все затекло. От бесконечного сидения ягодицы стали на квадратными. Во время посадки так еще и головой стукнулся потолок. Да это хуже, чем в законном классе. Нужно было обратиться к настоящему турагенту. И вывод. Если путь долг, не скупись в средствах. Учитывая даже то, что я была почти на мере, и Юлубия Зеритта разговаривала со мной в такой вот манере. Ах, мисс Тосака, если у вас проблема финансового характера, я могу вас нанять себе горничной. Ежемесячная плата, эквивалентная ежегодной выручки дешевой официантки на четвертом улочке. Гарантированно. Ха-ха-ха-ха. Я говорю совершенно серьезно. Твои заявления, будьте добры, подайте к завтрашнему утру. Вот и Луви появилась, когда меня звали, тоже забыл. Она ее, что я точно показывали в новелле, вообще не ее показывали в этой, да, в предстоянной, это в новой аниме-адаптации. Ее можно увидеть там, в финальной серии, в экранизации второй арки от Уфа Тейбл. Там ее как раз показывали момент, в общем, когда там, как там Шира и Рин оказались в Лондоне, где там, в общем, когда они начали учиться, там их жизнь это мирная, это... там, и в общем встречу, в том числе с этой вот довольно такой высокомерной частью волшебницы тоже, которая, как ее звонили, то забыл уже быть от главы. Вот. В том числе там была битва, большая такая стычка, битва магическая. Рин и это и в Луви. Вот. Интересно помнить моменты там. Потому что интересно, это работа горничной на, в общем, вспомнить-то. По-моему, еще аниме, который тоже, в общем-то, относится к вселенной Фейт, называется, не помню как точно, но там связано у нас с этой вот, с Ильей. Какая-то, в общем, волшебница Илья. Точно, там довольно такое длинное название, и на русском, и на этом, на английском, что ли. Где-то японское. В общем, там... Как раз вот именно, только, конечно, Тосака, по-моему, гоночный, не гоночный, как раз тоже работала, что Тосака, только не Улуви, как раз вот. Ну, в общем, по-моему, момент был такой похожий. И на, по-моему, гоночный кого-то работал, только его точно помню. Ну, точно не у этой. Так, нельзя же дрожать за кошель, когда возвращаешься на родину. В следующий раз поступлю помудрее. Но это решение не избавит меня от билета на обратную дорогу, так что придется мне снова иметь дело с этим полуразвалившимся самолетом. Автобус прибудет через 20 минут. Что ж, ждать мне не хочется, пойду-ка я так. Я оставлю сумку на колесике и отправляюсь в путь. Пешком дорога займет около часа. Но это приемлемо, поскольку еще достаточно времени до условленной нами встречи. Вливает воспоминания, прибрежный ветерок. Прищуривая глаза и катя за собой дорожную сумку, я иду навстречу ветру. Я вернулась. Казалось, что родной город изменился за тот год, что я отсутствовала, а на деле изменений вовсе не произошло. Я прогуливаюсь, восхищаясь каждой мелкой деталью. Это моя ежегодная поездка домой.
Впервые я вернулся на родину после отъезда за границу, в Лондон. Такое удовольствие ходить по городу впервые за год. Именно мою радость не сморочает даже чудовищно тяжелый багаж. Хорошо, думаю, пора готовиться. Я принимаю душ и привожу себя в порядок перед зеркалом. Нет, красоваться перед ними мои планы не входят, но произвести впечатление было бы неплохо. В конце концов, я встречаюсь с ними впервые за этот год. Ах, да, есть один человек, который может начать меня пилить взглядом. Но на сегодня я упрощу. Я ее. Думаю, наверное, кто там может быть-то. Дом чище, чем я ожидал увидеть. Пыли почти нигде не видно. Видимо, Сакура побирается здесь время от времени. Я благодарна. Правда, благодарна, но... Надеюсь, она не занималась здесь чем-нибудь постыдным. Я видела незнакомый шампунь. Шампунь, конечно же, в ванне, ведь не стали бы его составлять в кабинете, кухне, ухода или во дворе. Ни в коем случае. В общем, это не то, о чем стоит беспокоиться, хотя на размышления так и наводит. Иди, уже три... Ох, чем же это я занималась 2 часа? Я мчусь к двери, пытаясь накинуть на ноги туфли, чтобы выглядеть солидно. В итоге бросаю эту затею, снова перескакиваю прежнюю обувь и убегаю из дома. Меня там ждут 4. Очень уж хотелось прийти пораньше и увидеть, каково моему врагу. Однако мысли мои придут в упадок, если растреплются волосы. Как не прискорбно, но мне придется отпросить хитрости и выйти против них в открытую. Вот, в общем-то, и финал долгожданный. Нос. Вот и торжественный момент. Только теперь, когда я почти на месте, мне хочется забыть обо всех приличиях и буквально влететь вовнутрь. Я спокойно пересекаю ворота и встаю у двери. Ну, дело за дверным замком. После звука «Динь-дон». Дверь открывается. Здрасте. А вот и первый сюрприз. К двери подходит Райдер, а еще она в повседневной одежде. Я дома. Немного рановато, но я вернулась. Сакура здесь, Райдер? Да. Сакура ожидает у себя в комнате, а Тайга в гостиной. Фуджимура-сенсей тоже здесь. А сейчас же весенние каникулы. В таком случае... Прошу меня извинить. Ничего, если я посижу в гостиной. Конечно. И схожу за Сакурой. Я ступаю вглубь прихожую. Пока мы идем в гостиную, я не перестаю смотреть на Райдера. Могло ли ее появление быть попыткой застать меня врасплох? Она и прежде была неотразима, но посиненная одежда подчеркивает ее красоту еще сильнее. Сказать по правде, она просто выразительна. Когда одна женщина подобным образом отзывается о другой, то, как известно, так он и есть. С границы я повидала множество красавиц, но ни одна из них не была столь же прекрасной, как Райдер. Впрочем, она превосходит людей, так что в ее исключительности нет ничего удивительного. Она ведь слуга, в конце концов. Маги за дело по изгнанию духов утратили бы работоспособность дня на 3, завидев ее. А узная, что она фамильяр, наверняка бы запиарлись в своих мастерских на целый месяц. Рин, ты хочешь о чем-то поговорить со мной? Пожалуй. Как дела? Привыкаете к переменам? Так сразу не ответить. Положение стало определенно устойчивее, чем было пару лет назад. Когда ты уехала, начались некоторые сложности, но все стало налаживаться месяц назад. Похоже, Сакура уже привыкла к этому. Ясно. Но я и не беспокоилась. Вы ведь обе хорошо ладите друг с другом. Ты ведь не пьешь кровь без ее ведома? Вампир, что ли, как будто? И перехожу на шепот. Я не обвиняю ее, но если это действительно так, то меня мало беспокоит, как далеко она может зайти. Не стоит беспокоиться. Сакура о таком жизни не узнает. Несколько расплывчатый ответ, хотя, пожалуй, его можно пропустить мимо. Ведь не похоже, что она причиняет кому-то трудности. Вот и дает себе знать моя плохая привычка мага. Столь сильные фамильяры, как Райдер, настолько ценны, что я склонна закрывать глаза на причиняемые ими неудобства. Что ж, еще увидимся. Мне нужно посоветоваться с тобой, может, ночью уделить мне немного времени. О, если хочешь посекретничать, то это можно сделать у меня дома.
Сегодня я переночую здесь, так что, может, подождем с этим до завтра? Айдер кивает и продолжает путь к комнате Сакуры. Да. Возвращение, Рин. С возвращением, Рин. Благодарю. Прости за все проблемы, которые я оставила после себя, Райдер. Она улыбается и уходит. Ох, у меня нет слов. Какая же она красавица. Так. О, здравствуй, Тосака-сан. Приятно видеть, что ты в хорошем здравии. Да, я тоже рада, что вы все так же полны энергии. Ведь ты сегодня выходной? О, да я прогуляла ее. Услышала, что сегодня день твоего приезда. Но в этом году капитан надежный. И сегодня там ведется прием рекрутов, так что все пучком. Рекрутов? Стрельбище стало ходить меньше народу. Тут все сложнее. Видишь ли, Сакура, она была капитаном последний год. Нам приходило много мальчиков, а вот девочек прямо не достает. А, ты ведь еще не в курсе, потому что уезжала. Нынешний капитан секции очень даже привлекательный парень. Поэтому, если мы верно сыграем карты, нам удастся набрать много новых участников. Ой, кто этот красавец? Младший брат Мицузури. Он прямо-таки сущий противоположный своей сестре. Очень робкий. Он наверняка потеряет дар речи, если мы выведем его на сцену во время открытия. По-моему, она вырвала лето и к работе из совершенно неподходящего человека. Хотя бытует мнение, что стрельба — это тяжелый и очень требовательный вид спорта. Поэтому неплохо было бы показать девушкам, как это на самом деле легко. Но брат Аяка никогда не слышала, чтобы у нее был брат. Так как тебе там живется? Тебе случайно не презираются, потому что ты японка. Знаешь, в колледже искусств друзей заводят только путем соперничества. Это все предрассудки, Фужимура-сенсей. Любящие искусство люди не имеют столь узких взглядов. Ох, провинилась. Не могу же я сказать ей, что они все целые заглянули на себе. Но хуже всего то, что в своем спокойствии Фужимура-сенсей на 100% права. Особенно насчет того отдела, в который я попала. Но лучше об этом. Такой у него взгляд такой интересный. Постойте. Фуджимура-сенсей смотрит на меня и хитро улыбается. Что такое, Фуджимура-сенсей? Просто думаю, насколько ты похорошела. Теперь ты выглядишь более зрелой. Нашла ли ты там того хорошенького? Но почему, когда между девушками заходит, допустим, беседа, все сводится к именно к этому? Так и норовит куда-нибудь копнуть. О, похоже, я попала в самую точку. Но так как это было, это ведь Лондон. Только не говори, что как только ты встретился с ним, вам на хвост села какая-то тайная организация, после чего у вас было всего 10 минут, чтобы пересечь горящий Лондонский мост, плаваться и затеть, как в море корабли. Нет, такого я не припоминаю. Интересно, да? Фантазию этой... Фуджимура-сенсей. Так значит, ничего хорошего не приключилось? Наверняка сказать нельзя. Вроде бы есть кто, вроде бы нет. Чего не могу с собой поделать, не даю расплывчатый ответ. Не то, чтобы я была обделена вниманием парней, да мне бы очень хотелось иметь единомышленника по следу. Да, второй арки там у нее красу Ринта. Потому что никто был? Широ, конечно же. Мне здесь внимание провесь. Здесь же... Неизвестно. Тема тайны, покрытая мраком. Не уехался. Занятый. Так, ну почему-то я не могу подойти к этому ответственно. Каждый раз, когда я остаюсь наедине с парнем, то не могу собраться мысль, потому что в голове все время всплывает один идиот. Ну, понятно, кто у него там всплывает, кто. Жира. Один идиот. Хотя понятно, почему у людей, игроков, думаю, там возникает мысль, что это какой-то гаремник. Да, здесь, конечно, да, отчасти. Можно понять. В это, конечно, верится с трудом. Но с каждым днем мне все больше кажется, будто я влюблена в него. Ирина, в общем-то, влюблена в Широ. Здесь как бы, ну, Сакура Широ вместе, ну, понятно. Угу. Да нет. Быть такого не может. Ага. О, Сакура-чан. О! Чан там вдруг удивился. Так, я управляюсь как по команде.
О, ну да, Сакура, конечно, изменилась, видно, моделька. Другая, по-другому стала выглядеть, не так, как раньше. Для такого редко возвращается. Других... А, хотя в этой же арке еще. Второй арке, если финал увидите там. Там, конечно, на выгляде не показана эта сцена. День там они, ну, как они там живут в Лондоне, там, Рин и Ширата. Потому что только была сцена показана в самой школе, последний там день, и их разговор там, где она сказала, в общем-то, ему предложила ему поехать вместе с нею в Лондон, научиться магии. Что он согласился, не там, в общем-то, уже как они там жили, не показано. Показано, что только вот в аниме адаптация, что интересно. В общем-то, серии биологии таком. Там даже образ ее изменили, конечно же. Немножко по-иному слабо выглядеть. Рин, в данном случае Рин, а не Сакура. Если Сакура, здесь в этой арке Рин нам потом немножко покажет к концу. Сейчас вот мы увидим скоро. Он там ее теперь выглядит, да, сколько спустя, сколько-то лет после событий этой. Со мной, в общем-то, основных событий это новелла. Так, Сакура приходит в недоумение от моего поведения. Ого, она почти не изменилась. Как это не почти? Да, кардинально вообще поменялось. По-другому слабо, по-новому слабо выглядит. Не так, как раньше. Ну, как ее показывали-то. Да, движение все этого рота. Этой арки. Привет, как поживаешь, Сакура? Все ли хорошо? Сакура кивнула. И с радостью на лице, которая ясна, как божий день. Возвращением, сестра. Рада, что у тебя все хорошо. Приветствует мое возвращение самые лучезарные улыбки, которые я когда-либо видела. Вот так, правда. Теперь точно истинная концовка. Она. Пролетел час. Мы обсуждали, что произошло за прошедший год, пока я была за границей. Понятно. Как ты училась? Чем теперь собираешься заниматься? Если хочешь отправиться со мной, могу чекнуть на тебя рекомендательное письмо. Правда. Приятно слышать. Но я, пожалуй, откажусь. У меня здесь дела, и здесь есть человек, который будет меня обучать. Кто же это? Твоя преемники Кирия, которую упоминала о письме. По описанию человек вроде бы хороший, так что может, правда, лучше остаться. Но тебе стоит все же почаще выходить из света в поисках приключений, знаешь ли. Ты ведь или не ходячая, поэтому учитель тебе нужен, напористый. Ой, не стоит беспокоиться. Райдер очень строга. У нее очень жуткое лицо, когда я начинаю бездельничать. Ох, даже не сомневаюсь, что ее решительность воодушевляет. За каменяющим взглядом придачу. Задается мне, что если она разозлится, то, считай, будешь носить каменные лодыжки. Пожитки, точнее, каменные пожитки. Пожитки лодыжки. А почему Фуджимура сенсей выглядит как-то удрученно? Фуджимура сенсей? О, что? Прости, я прослушала. Нет, ничего, просто вы такая тихая, что меня это удивило. А, ну да. Наблюдая за вашим разговором, мне вспомнился Широ. Для него было бы лучше сейчас быть здесь. А ему вечно не везет именно в смысле, ой, самые важные моменты. Везет чё? О, опаздывает Широ. Когда он уже вернется домой? Фуджимура-сенсей глядит в окно, держа в руке кружку. Она смотрит далеко вдаль, будет взглядом по ясному клубам неба. О, это ведь не совсем к месту. Я вам тут всю атмосферу попортила? Конечно, нет. Я рада, что вы говорите о сэмпай. Нет, так не пойдет, Сакура-тян. Широ больше тебе не сэмпай. Ладно, что есть, то есть. Чувствую, мне пора размяться. Так что я пойду, помашу Шинэмбю в додзё. Стоит признать, такой тактичности Фуджимури-сенсей не откажешь. Да уж. Конечно, и рада, что она заботится о нас, только теперь я не знаю, с чего можно начать разговор. Уж ладно. А что, о чем волноваться? Нужно просто спросить о наболевшем. Итак, Сакура, как обстоят твои дела? Мне уже 2 года. Как считаешь, тебе удается справляться? Да, это медленный процесс, но с большинством вещей я уже могу примириться. Мне кажется, что позволяет чувство вины давить на меня. Это почти то же самое, что бежать от него.
Я буду стараться и делать все, что в моих силах. Ясно. Кстати, я мельком оглядел город и, похоже, он вернулся к прежнему состоянию. От шрама двухлетней давности не осталось и следа. Никаких таинственных происшествий в городе больше не случалось. Я возварила все свои обязанности на тебя, уйдя в ассоциацию. Но теперь вижу, что на том не прогадала. Да. Приноровиться к твоим обязанностям было непросто. Думаю, благодаря этому я теперь стала сильнее. Должно быть, в психологическом плане. На самом деле, все упирается в то, что полезнее занять себя какой-нибудь деятельностью, чем просто сидеть на месте и беспокоиться, почем зря. А как насчет тебя? У тебя вроде было много сложностей. У меня? Ну, думаю, можно и так выразиться. Чего бы лучше начать? Пожалуй, из того, что было 2 года назад. Война Святого Грааля. 2 года минуло с того времени, как мы с Сакурой были вовлечены в эту войну. Высший Святой Грааль был уничтожен, вместе с этим исчезла и причина для войны. Поиски Святого Грааля на этих землях навеки прекращены, и Куюки возвратилась, его было и спокойствие. В времени я ничего не закончил. За все, что бы ни происходило на этой земле, ответственность несу я. Земли Куюки принадлежат моей семье, но одобрено это было ассоциацией магов, поэтому они не только наши. Ассоциация магов требует, чтобы все божественные таинства были сокрыты, но мы разобрали это правило в клочья. Во-первых, войне Святого Грааля был нанесен огромный вред обществу. Во-вторых, убийство мастера, отправленного ассоциацией магов. И, наконец, в-третьих, пробуждение вихри истока, что является объектом изучения ассоциации. Впрочем, первые 2 пункта на совести Кирея, потому что он наблюдатель, которого они послали, чем я и смогла воспользоваться в качестве своего оправдания. Но мне не избежать ответственности за 3-е. Явление врат Святого Грааля, ритуал, ведущий к стоку, должен был проводиться под строгим и надзором ассоциации магов. И по их правилам я преступница. Они заметили его активацию в дальневосточных землях и были удивлены и обрадованы исчезновением сигнала, эти чувства мигом улетучились. Они были в ярости от того, что мы открыли врата, но, как я слышала, они не готовы были придушить меня голыми руками, когда мы успешно закрыли их. И хотя я была сильнее занята, разбираясь с последствиями, меня забрали в Лондонскую часовую башню. Так и начался суд над одним человеком в зале заседаний, рассчитанном на 300 душ. Присутствовали как главы каждого отдела, так и маги, жаждавшие прав Семитосака. Для этого им лишь требовалось меня осудить. Это скорее походило на цирк, чем на судебное разбирательство. Ну что ж за наказание такое? Придется бежать на Ближний Восток, который не подчиняется ассоциации, или же биться до последнего в Японии. Я была настроена решительно и даже продумывала планы побега, но в том месте были не только люди, жаждавшие убить меня, но и те, которые хотели спасти меня. Вопреки всеобщему осуждению, хорошо, положить моего ученика – это моя ответственность. Пожилый мужчина, который по статусу слегка превосходил всех остальных, подал голос и снял с меня все обвинения. Не сказать, чтобы он взял на себя мою вину. Это все равно, что ты мне, я тебе. И добавил ко всему, что он уже сделал. Верно. Раз так, то я наберу учеников. Я буду обучать 3 своих последователей. Пусть каждый отдел выдвигает на заседание подходящие кандидатуры. Он бросил массы, ошеломляющую новость. Я в том смысле, что объявился давно никем невидимый, невиданный волшебник, и при этом заявил, что набирает учеников. Весь зал буквально утонул в бусте голосов. Полностью вас позабыв обо мне, каждый из заседавших побежал к своему отделу, ломая голову над тем, кого избрать. Затем он подошел ко мне, руки застывшие посреди всего этого хаоса, и улыбнулся. Так значит, непримечательные родители взрастили столь одаренного дитя. Меньше всего я ожидал такого Тосака, но вам это удалось. Всего на 6-м поколении. От его слов меня душа ушла в пятки. А о чем вы? Я и дальше разыгрывала из себя дурочка, потому что думала, что он убьет меня, если узнает, что на самом деле случилось. Ошибники не раскрывают с остальным свое волшебство. Чутье подсказывало мне, что он избавится от любого, кто последует по его стопам, без какой-либо жалости. Но мой собеседник не заурядный человек. Он гладит меня по голове и хвалит. Используя логические ситуации,
Это жестокое консервативное место. Зато у него есть оборудование. Как и ожидалось от великого учителя. Пожилой мужчина, путешествовавший по множеству параллельных миров, оказался искренним человеком. Да. Ведь правда в том, что я могу заново собрать кристальный меч. Я познал его строение и принцип действия во время боя, так что смогу воспроизвести волшебство, если буду обладать необходимыми материалами и временем. Впрочем, еще мне нужна целая гора денег, да такая, которую мне и не собрать за один десяток лет. Так или иначе, я смогла избежать наказания. Помимо этого, я получила свободный доступ к часовой башне, так и назначила Сакуру наблюдателем в Юке, а сама переехала в Лондон. Прошел год. Жизнь башни меня несколько ошарашила, но, подобно Сакуре, передо мной постепенно начали проявляться новые горизонты. Вот значит как. Сестра. А Эмия, сэмпай. Не волнуйся, я не рассказал им об этом. А Кирием еще ранее было сообщено, что он мгновенный человек, который, ввязавшись в войну, подписал себе смертный приговор. Не знаю, можно ли назвать ее нас штипщиками, но мы единственные, кто знает о нем. В воздухе повисает напряжение. После того события меня и Сакуру вынесли на поверхность, благодаря чему мы остались живы. Рейдер доставила меня в особняк Тоск, чтобы восполнить мою магическую энергию. Моя магическая цель будет поддерживать во мне жизнь даже насильно, пока у меня остается хоть крупица магической энергии. Какое-то время я была не в состоянии есть, но вскоре поправилась. Сакура тяжело переносила последствия связи с Анхроманью, а также то, что его больше нет. Она не растерялась и не впала в отчаяние. Она предпочитала считать, что все будет хорошо и что он мог вернуться в любое время. Вот если бы она вместо этого поникла, возможно, мне бы и пришлось вмешаться. Но теперь все это прошло. Время не стоит на месте, одни дни сменяются другими. Сакура окончила школу и говорит, что еще ненадолго задержится в городе. Я же полностью проведу каникулы здесь, а через неделю полечу обратно в Лондон. Так, с чего я вновь вернулся сюда? Год назад. Нет, многое навалилось на нас еще 2 года назад. Моя память неизменно возвращается к событиям годичной давности, ведь я была здесь частым гостем до тех пор, пока не получила документы получения образования. Возможно, причина в другом. Мне кажется, что если я обернусь в сторону кухни, то увижу там его, корпящего над готовкой и умело орудующего на доске ножом. Маг-новичок, который был путан в войну с этого Грааля. По сути, победителем стал он, и помимо этого... Я дома. Прошу прощения, но надо было забежать к Сэнсэю в храм. Ну вот, теперь мы видели героя, этого главного героя все новеллы, в общем-то. Поочию его нельзя было видеть, при нем целых 3 арок. Ну, не считая прологи. Прологи, конечно, можно было, но из второго появления его спрайт эту модель Кипсона. Он продолжает жить, не тужить. Шира проходит в гостиную в обеих руках, неся забитые до краев пакеты с продуктами. И, разумеется, наши взгляды встречаются. Привет. Похоже, ты увидела этот угол. Да что ж такое, я сейчас прямо готова разразиться смехом. Совершенно очевидно, что прихожий глубоко вдохнул и постарался зайти сюда, как можно естественней. Давно не виделись, а ты вот все такой же невозмутимый. А я-то с чего паникую. А Сакура еще и посмеивается над нами. Сэмпай, ты решишься сильнее рассмешись, если будешь так напрягаться. Хотя к ней это тоже относится, так что так даже лучше. Сакура просто пугает. Не было бы я кому напрягаться. Одна семья ведь. Ее присутствие всегда желанное. Пиши еще близко к ней здесь. В этом нет ничего особенного. Тогда зачем такие сумки? О-хо-хо-хо. Что ты со всеми этим делать собирался, Естович? Нас ведь столько не влезет. Ну да, конечно. Ох, ну и стратил я на тебя нервы зря. Да всем ведь нисколечко не изменился. Да, сэмпай нисколечко не изменился. О, а вот и тот самый многозначительный взгляд.
который появляется, когда он хочет что-то сказать, да только не может. А, ну и ладно. Есть темы поважнее, Тосака. Также он планируешь остаться у нас? Ага. Вообще-то я к вам даже с ночевкой. Ну, понятно. То ж тогда отдыхай. Ты должна быть и устала с дороги. Я приготовлю ужин. Можешь в это время поболтать с Сакурой. Уверен, у вас обеих есть чем переться. Он заворачивает на кухню и надевает передник. Здесь такая сцена бытует уже год. Полгода, если точнее. Спасибо. Я принимаю твое сердечное предложение. А то... А, и с возвращением, Тосака. Не сказать, чтобы я сильно переживал, но я рад, что ты осталась прежней. Да, вот я и вернулся, Миякон. Я тоже рада, что ты не изменился. И вот хозяин дома берет обязанность готовить ужин горстке нахлебников. Ну что, пора бы разузнать, насколько он пришел в норму за последний год. А он неплохо выглядит. Мне все не давал покоя, как он тут. Но сейчас уже точно никто ничего не заметит. Со школой сложностей не было. Нет, благодаря тебе мы смогли окончить ее вместе. Понятно. Тогда моя поддержка им больше не требуется. Хотя наша помощь ему изначально была не нужна, но тем не менее, оправдание его годового отсутствия лучшему рецензию придумал я. Ну вот, а если спрашивать меня, почему он жив, то мой ответ будет следующим. Это волшебство. В общем, да. И да, многим, конечно, не всегда будет понятно, как он вообще выжил. Ну, вот его тело как бы перестал считывать. Но на самом деле, если кратко говорить, здесь, конечно, уже реально волшебство. Или я применила, в общем, третье волшебство. Или я применила, по-моему, то ли второе волшебство, то ли третье, я точно не помню. В общем, она там как-то сохранила его душу, нашего героя. А уже потом Рин и Сакура нашли для него, в общем-то, куклу, которую создала, как ты меня называл, в общем-то, имя-то. Я уже забыл точно, как ее звали, фамилия у нее была Аудзаки. В общем, это персонаж, который также встречается, в том числе, играет важную роль в этих фильмах от Ufotable, который называется «Граница пустоты». Также, в общем, Аудзаки, точнее, там уже не та Аудзаки, а другая, ее сестра, будет главной героиней. Другую новеллу от Тайпмона, которая называется «Ведьмина ночь» на русском языке. А вот ее там перевод, в общем-то, есть уже на русский так-то. Можно ее прочитать потом в будущем. Будет. Ну и, в общем, также та же вот сестра этой Адзаки. Она также появляется в том числе и в новелле Цукихима. Мы потом просто ее увидим там. Ну, так, вот. И, ну, в общем, это Аудзаки, она создала тем самым куклу. А вот. И в эту куклу была помещена, в общем-то, душа этого Шира. Вот так вот. В общем... Довольно вот так необычно все произошло. Ну да, Рин сказал, в общем, это волшебство, это и есть волшебство. Ну, согласно законам этой вот вселенной созданной. Согласно законам... Согласно законам, в общем-то, созданным этой вот... Все это вселенной созданной, в общем-то, разработчиками Тайпмон. А, тело имя Шира было уничтожено, да. Под влиянием руки Арчера и нагрузки магии и проецирования, превышающие его возможности. Его магическая цепь была разбита на части. Это была смерть, которую не по силам обратить даже с этому Граалю. Но, несмотря на это, он продолжает существовать в этом мире, потому что Шира, который сейчас здесь, это его копия. Хотя, пожалуй, это было не совсем верным объяснением. Суть в том, что тело Эми Шира уничтожено. Ну, в общем, душа его сохранена. Зато Грааль не может оживить мертвое тело. Зато Грааль, способна использовать только божественные таинства. Зовущийся, да, третьим волшебством. Он использовал, в общем-то, его и могла сохранить душу Шира, которую, в общем-то, нашли вот и Рин, и Сакуры. Потом, в общем-то, они смогли поместить его, эту душу, его в куклу. Куклу, которая стала тем самым его телом. А эту куклу, в общем-то, создала Аузаки. Так ее зовут, в общем-то, волшебницу. Которая, в общем-то, является героиней серии аниме-фильмов «Граница пустоты». Во-первых, вот, в общем, как говорил, созданные студиями Ufotable, студии. А также, в общем-то, этой Азаки есть сестра, которая является, в общем, героиней новеллы «Ведьмина ночь». А также она встречается, в том числе, в новелле Цукихима, в качестве одной из героинь, второстепенных персонажей. Вот.
Им Илия смогла возродить душу Широда. Она вернула его душу и дала ему тело, не имевшее ран. Ну, в аниме там по-другому немножко было бы снято. Можно мне не верить, но именно так устроено третье волшебство, о котором мы ведем разговор. Это не перемещение души в чью-то чужую голову или управление телом. Стоит предоставить вместилище или тело, и душа, проявленная третьим волшебством, обратит его в такому или не для себя форму. Используются гены души и тела. Конев душу Шира или оживил его путем помещения в оболочку. Но результат не был совершенным. Возможно, третье волшебство Ильи просто не смогло сравниться с изначальным. Спустя несколько дней после обрушения пещеры, Шира, которого отыскала Райдер, несколько отличался от того Шира, которого мы знали. Хотя нет, она не отыскала его, а подобрала. Нет, все-таки скорее вытянула. Я была удивлена и встала перед вопросом, как такое возможно. Если пораскинуть мозгами, можно прийти к выводу, что тело, которое в данное время занимается готовкой, функционально управляется его душой. Воспоминания о сознании и магическая цепь находят свое прибежище в душе. Следовательно, тело – просто терминал, способствующий движению в пространстве, а его командный центр непостижим для наблюдения из нашего мира. За первые полгода мы провели множество опытов. Конечно, было не похоже, что он мог вырасти, поливаем его водой, а для создания гомункула у нас не было нужного оснащения. Мы просто пришли к тому, что начали продавать книги с дома Маты, и в итоге приобрели тело, созданное известным мастером кукол. Вот там как раз Аозаки. У него там мастера известная фамилия Аозаки. Что и позволило нам добиться текущего результата. Но не стоит заблуждаться. Шира в такой же степени человек, как и каждый из нас. Он может лечь под нож в операционной, принимать лекарства и умереть, когда его убьют. Душу можно поместить в тело, чтобы придать ему жизнь. На ее замен душа будет крепко к нему привязана. Говоря проще, он как слуга, который может обходиться без мастера. Единственное отличие – то, что он живет в этом времени. Он будет стареть и в итоге умрет. А и еще он занимается готовкой. Прямо как сейчас. Он все тот же имя Шира. Вот такое объяснение. Но кукла получилась выше всяких похвал. Я проверил еще несколько искусственных кукольников искусных. Но ни одного из них не получилось создать нечто лучшее. Я думала расспросить человека, который создал ее, но, как я слышала, она была приговорена к запечатыванию. Здесь чем ее и след простыл. Найти ее будет стоящей занозой. Задница. Понятно. Но сэмпай говорит, что все и так хорошо. Магическая энергия протекает не лучшим образом, зато все остальное стало лучше, чем прежде. Ну, и я тоже так считаю. Ох, душа перестроит тело, каким бы великолепным оно ни было. Поэтому какие-то места могут работать недолжным образом. Учитывая это, не думаю, что что-то может стать лучше. Погоди. Ты чего смутилась? Сакура? Думаю, мы делаем это слишком часто, но и тело. Действительно, тело Сакуры все еще не отошло от связи с Анхроманью. Даже разорвав контракт, она остается с Демгралем. Она была связана с Анхроманью, поэтому у нее до сих пор имеется связь с той стороной. Теперь Сакура собирает огромное количество магической энергии, которую необходимо периодически давать выход. По этой причине у нее достаточно магической энергии для поддержания Райдера даже после уничтожения Высшего Святого Грааля. Но даже так у Сакуры остаются излишки, которые приходится передавать Шира. Или Шира очень слабо магической цепи, и без помощи Сакуры он снова станет таким, кем был раньше. А как же у вас все запутано, ребятки? Да. На нашем пути есть сплошные преграды. Для обычной жизни перед ними лежит множество трудностей. Но вот если Сакура не надумает встать на тропу мага, особенность ее тела сует ей огромное преимущество. Постой, а ведь мы дивно дополняем друг друга. Шира – успешный пример третьего волшебства. Если начнет заниматься, то наверняка сможет использовать зеркало души. А, то есть получается, он все-таки даже в этой арке сможет этим самым стать магом. Я думал изначально, что здесь как бы лучше не у вариант, в общем-то, исход такой, что он как бы получит, в общем-то, выжил таким образом, но все-таки как бы он все, теперь магом он больше никогда не станет и не будет мечтать об этой
очень глупо мечтать. Хотя нет, он в любом случае не будет ничем мечтать о таком-то. Защитника справедливости и тому подобное. И в итоге, может быть, даже его судьба сложится иначе, чем это было после первой-второй арки. Вот так. Сакура способна использовать свои возможности Святого Грааля, пускай лишь и частично. И у нее даже есть райдер. А я могу создать копию второго лошадства. Да, да, мы просто непобедимы. Команда такая, в общем-то, непобедимых. Неудержимые. Рин, Сакура, Райдер и Шира. Еще кого-то можно добавить. Четверка, в общем, неудержимых. Ну, хотелось бы, чтобы в ассоциации провели магический турнир. Мы бы с легкостью там победили, так что они могли бы сразу дать нам на руки денежки. Это с 500 тысяч фунтов, разумеется. И это без учета подоходов налога, поскольку мы японцы. Ага. Аж интересно, есть такое аниме где-то. И там турниры магические устраивают. Точнее, даже не магические, там другие вам турниры, по-моему, магические, я уже забыл. Называется на этом, по-моему, Академия Астерикса. Ой, Астерикс. Астериск. Астериск. Вот, Академия Астериск. Там были другое, были точно названия, были полные названия другое, там еще слово есть. Еще одно, третье слово какое-то есть, я забыл точно. Ну, в общем, такое аниме довольно интересное. Там крастушки турниры устраивают, но там, по-моему, даже не с магией связано, чем на другим, но... В общем-то, ладно. А я начинаю проникаться этим чувством. После такого мы сможем делать все, что пожелаем. Будущее полное счастья и надежды. Я направлю деньги на создание кристального меча, брошу эту мрачную башню и снова вернусь в этот город. И вот тогда мы сможем... Хотя такое невозможно. Неспешность и стабильность всяко лучше. Я быстро разочаровываюсь в этой идее. По мне так это все фантастично. Мне нравится моя жизнь, и я с нетерпением ожидаю перемен, которые преподносят мне преподнесет мне будущее. И кто сказал, что мы будем жить в рознь? Я более чем уверена, что они не станут вести обыкновенную жизнь в этом уютном городке со всеми теми потенциальными бедами, которые уже маячат на горизонте. Стра, у тебя зловещая улыбка. Интересно посмотреть, какая там улыбка такая. Да, такая жуткая, прижуткая. О, правда? А ты очень проницательная, Сакура. Я встаю с подушки. Некогда зевать. Я здесь всего лишь на 7 дней. Я просто не имею права пропустить хотя бы один из этих обедов или ужинов, а также завтраков. Вчера я помогу. Поставь конфорку мне. Я покажу, чему в Англии научилась. А свои возражения пускай оставит при себе. Надевая передник, подготовленный специально для меня, я улыбаюсь еще шире, чем собиралась. Итак. Я закатываю рукава и направляюсь на кухню. А, но сначала я вспоминаю самое главное из того, чем хотел удостовериться. Прошло 2 года, как-никак. Я разворачиваюсь к своей младшей сестре. О, ты счастлива? Сакура. Вот и им показали, как она выглядит. Хотя она выглядела, по-моему... В финале эпилоги, это эпилоги финальной серии экранизации второй арки, немного по-иному, оно там, видимо, или так же выглядело, что ли. Да. Ее широкая и естественная улыбка не излучает радость. Одно лишь это мгновение стоило всем моим поездки. Она подарила мне частицу своего счастья, и я поднимаю свой взор к небу. Зима закончилась раньше, чем я успела заметить ее уход, и настала весна. Весь окружающий пейзаж светится розоватыми оттенками, без следов и намеков на холодных днях. Я продолжаю идти вперед, взвешивая, что мы ее тратили, что мы приобрели. Ну что же, история, которая случилась в этом городе, окончена, но наша история только начинается. Конец катящегося вперед рулона под названием «Жизнь» потерялся в далеком будущем. Мною движет предчувствие, что завтра будет прекрасный ясный день, а мои каникулы только начинаются. Будем же с нетерпением ждать от нового дня, нового будущего. Я могу зрить нас, неторопливые, ходящих вниз по холму. Отлично. Идемте же любоваться цветами, как мы и обещали. Ну да, очень сейчас там покажут их всех. Втроем, твою четвером, даже точно. Или четверо. Интервью идущих, в общем-то, на это исполнить свое обещание. Ну, точнее, Широ обещал Сакуре-то пребывать цветами Сакура.
с высшими цветками сакуры. Тучи сакуры, точнее, правильно бы сказать. Да. Ну да, вот они четверо. Райдер, Сакура, Рин, ну и Шира. Живые и невредимые. Все, в общем, живые и невредимые, все счастливы. Такой вот истинный финал третьей арки «Прикосновение небес». Так и должно закончиться история. Закончила зима, пришла весна, природа и цветение своем, не осталось ничего всплывающего в памяти. Было тяжело холодных дня. Закрою все то, что ты утратил и обрел, жизнь будет продолжаться. Теперь история, протекшая в городке Фуюки, подошла к своему завершению. Нас ждут новые приключения и люди. Ну и думаю... Так, пошли титры. Планирование какие-то квадратики еще. Такасия Такеути, кино Канасу, в общем, автор, кстати, в общем, один из глав руководителей студии Таймон. Автор идеи, организатор, сценарист кино Канасу, скрипты Цукури Монодзи. Помощь в написании скриптов кино Канасу, кино скриптов Норио Сасай. Так, в общем, да, все эти имена авторов, в общем, разработчиков данной новеллы. Хотя немножко странновато выглядит эта заставка. Почему это она? Странновато. Музыка звучит какая-то. Ну, в общем... Странно немножко. Да, мне кажется, должно было все быть по-другому. Ну, показать хотя бы картинки, те же фоны. Блин, как-то странно показывает. Ну, в общем, на этом заканчивается прохождение визуальной новеллы окончательно. В общем-то, окончательно завершается прохождение Fate Stay Night. Да, это здесь Illusion, в общем-то, песенка-то. Главная тема. Number 21. В общем, есть музыка, только показана. Ну да, странная, конечно, заставка. Не знаю, почему такая. В общем, на этом заканчивается прохождение. Так-то, конечно, после этого еще будет бонусное видео, но там особо не так прям уж много всего будет. Там я покажу все плохие концовки, их всего, по-моему, 40 штук. Потом еще всякие там дополнительные концовки. Потому что есть еще секретная концовка, по-моему, это в первой арке. Есть вторая концовка в второй арке, Кинко Бесконечный Край. Есть, конечно, третья концовка. Еще есть концовка также вторая. Плохая, в общем-то, в третьей арке, но я ее уже показал так-то. Поэтому повторно, думаю, ее читать мы уже не будем. Посмотрим, в общем, другие концовки, которые еще есть там дополнительные. Вот. Ну, там еще можно почитать информацию о всех там этих услугах, о греческих духах, которые там открылось. У меня уже, думаю, уже полностью все, что есть. Так что и также это оружие, их оружие в том числе. Ну, в общем, информация об этих персонажах, вот. Которые там можно если что посмотреть по время прохождения в общем, этой новеллы. Зайдя в меню, там и там есть вот будет информация, там разделы будут слуги и оружие. Вот, что еще это? Метал-то. Кто-то еще хотел. Там еще есть, кроме плохих концовок и других концовок. Ну там может быть еще какие-то моменты там есть интересные там. Какие-то, по-моему, там я не все эти арты открыл, так что я думаю. Найду еще там оставшиеся там некоторые сцены, посмотрим выборы, где там какие есть. Посмотрим альтернативные выборы. Подвисло, что ли? Понял, что-то ему. А, наверное, так должно быть. Я думал, что-то нормально все. Конец. Ну да, в общем, конец. Хотя титры странные немножко. Я думал, будут другие. Необычные титры пошли. Не то, что было. Хотя, может быть, просто титры. В общем, необычные титры, реально. В общем, на этом моменте мы заканчиваем эту серию. Так. Концовки, там начинается по концовкам. Ну да, так-то под истинный финал, нормальный финал. Хотя, мне кажется, плохая концовка, как по мне. На зону цветущей вишни. Я, в общем, это видел, увидели, посмотрели. Оба финала посмотрели таким образом. Возвращение весны, в общем, истинный финал, где там все хорошо закончилось. Как и в зеркале, в общем-то, и второй арки, как и в этой. Хотя в этой должен быть какой-нибудь секрет еще, как концовка какая-то быть. Не знаю, может быть, в новелле ее нет, потому что в новелле, в общем, версии новеллы для PlayStation 2 есть, которая называется Railton Nova. В общем, я посмотрю, думаю, покажу, что все плохие концовки, вот эти вот печати тигры тоже посмотрим, все 40 штук. Вот это все будет бонусное видео. Плюс ко всему еще там есть информация об оружии, вот слуги-то, эти вот слуги. О них всех почитаем, там открылось обязательно. Ну и об оружии, об их оружии, этих всяких вот этих вот... Небесных фантазмах, в общем, которые вот... Некоторые даже довольно известные, например, меч Экскалибур тоже, из легенд о короле Артуре. Ну, в общем, вот это все можем почитать, будет в том числе и концовки, если посмотреть там. Также еще думаю, и, может быть, даже и видео эти, посмотреть, что там себе представляют эти три опенинга отдельно.
Что там еще? Галерею все посмотреть. Все картинки открою. Все выборы посмотрю там, которые есть. Ну, не все картинки. Некоторые. Не буду показывать по определенным причинам. Это мне, по-моему, не все арты я открыл. Не все выборы, видимо, потом посмотрел там. В общем, надо будет их тоже посмотреть. Вот, например, вот этот арт. Видимо, какая-то другая ситуация, может, интересная. Так, он-то я не... Ну, так-то остальное, то я там почти все открыл. В общем, будет все это бонусное видео. Да, тут вторая концовка. В общем, это все будет бонусное видео. И на этом прохождение точно процентно завершится. А там уже перейдем к прохождению, в общем, продолжение этой новеллы, которая называется Hall Ataraxia Fate Stay Night. Ой, в общем, Fate Hall Ataraxia. Не Fate Stay Night. В общем, это все. Если видео понравится, поставьте лайк, а также оставляйте свои комментарии, только лишь конструктивная критика, без матов оскорбления. На этом все. С вами был Михаил, дорогие зрители и подписчики моего канала. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. До скорых встреч.